47 серии турецкого сериала «Основание». Осман, когда Осман находился в походе, то крестоносцы организовали для него коварную западню. Теперь он вместе с Бамсибеем вынужден сражаться за свои собственные жизни. Никола также сообщил Осману, что пока он находится здесь, Балу оказалась на грани смерти. Торгун Хатун находится рядом и собирается свести с ней счеты. В стойбище ей удалось найти артефакты, и Торгун забрала их. Помимо этого, в плен были взяты Дюндер Бей и Бала Хатун. Теперь Осман не намерен останавливаться, и он уничтожит каждого врага, который только посмеет встать у него на пути. В первую очередь Осман собирается вернуть реликвии, которые у него украли таким наглым способом. Ему нужно продумать каждый шаг для того, чтобы спасти пленников и, конечно же, вызволить из рук врагов любимую Балу Хатун. Только Торгун не собирается просто так сдаваться, и она воспользуется главным козырем, находящимся у нее в руках. У врагов оказался в руках план Османа, и теперь они намерены воспользоваться этим. Николе сообщают о том, что Осману прекрасно известно о том, куда он собирается направиться. Теперь ему придется изменить свои планы, чтобы не столкнуться с разгневанным Османом.